Заявка Свердловской области, поданная в Министерство регионального развития Российской Федерации на участие в пилотном проекте по созданию агломерации вокруг Нижнего Тагила, важнейший этап в развитии данной территории. Проект нужен и для реализации масштабных инвестиционных планов. Об этом губернатор Евгений Куйвашев сказал в ходе рабочей встречи с заместителем председателя правительства Свердловской области Яковом Силиным, представившим проект создания агломерации. Агломерация создается на базе муниципальных образований, расположенных вокруг Нижнего Тагила, на основе подписанного ранее межмуниципального соглашения. Близость населенных пунктов дает экономическую и социальную выгоду за счет снижения издержек от пространственной концентрации производств. Муниципалитеты полностью сохраняют самостоятельность в рамках 131 закона. Все вопросы будут решаться с учетом интересов каждой территории. Создаем агломерацию на основе межмуниципального соглашения, которое уже подписано, между прочим. Значит, предполагается, что муниципалитеты сохранят полностью свою самостоятельность в рамках 131 закона, все свои компетенции сохранят. Но сегодня очень много вопросов решается приграничные, межмуниципальные. Человек может жить в одном городе, работать в другом, а ребенка в школу водить в третий. Кстати говоря, вот там, если брать на пригород, так называемый, Нижний Тагил, Салду, там это происходит сплошь и рядом. И, естественно, возникает очень много приграничных вопросов. Поэтому для того, чтобы эти вопросы были качественно разрешены, мы решили подписать соглашение, создать межмуниципальную агломерацию. Возможно, будет создана еще и управленческая структура для выработки совместной стратегии развития, совместной стратегии территориального развития и так далее. По словам Якова Силина, заявка Свердловской области, направленная в Минрегион, будет рассмотрена в межведомственной рабочей группой, которая в течение мая определит пилотные территории для реализации проекта по созданию городских агломераций.